Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошо вам настроение. Ну что, продолжаем играть в игру Brutal Street 2. Погнали. Так. Никакой пощады. Бомбим по чернаку. Так, куда ты идешь, а? Куда ты прешь? Ну, давай, 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 давай. Леончик, давай, бомби. Давай сюда. Портанем немножечко, отлично. Иди сюда. Будешь у меня стрелять. Ну, блин, они тут со всех сторон. Хорошо, сделаем здесь защиту. И, наверное, с вами вот этого будем все-таки атаковать. Иначе тут будут кронтарики. Так, боксер, давай-ка ты что-нибудь там хорошенькое вот так вот делаешь. Портанешь его разок еще. Ух ты, броню взял, вот это уже другой разговор. Ну, а Леончик у меня возьмет, естественно, дробовик. Как вы видите, он там лежит. И это ему пригодилось бы. Ну, блин, он не хочет брать, а? Точнее, ему туда даже не пройти. Тогда вот здесь мы начнем шухерить. Опачки. Нормуль. Так, этих сразу двух мы покосили. Давайте теперь сейчас обеих хилок уничтожим. Жги ты давай, а? Готовы. Так, возьмем еще один дробовичок. И с этими лопухами надо завязывать. На-ка, выпусти. Шикарно. Ну, а Леончик у нас будет бомбить вот по этому бандосику. Да, разогнав ты куда, а? Посмотри, что он творит. Не тут-то было, верно? Верно. Опять проснулись два чубрика. Что ж, придется и их теперь сносить. Ну-ка, дайте-ка шибану. Нормуль. Так, а я вот эти вот могу? Нет, пока не могу их уничтожить. О, у меня... Только сейчас увидел, что очень мало ХП. У моего боксера, блин. Нет, встаю. Ни о чем даже не думаю. Вот так вот бывает, ребят. Давайте этого пандуса тебе уничтожать. Да что ты делаешь? Давай вот здесь, вот этого. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Так, есть выстрел. Давайте применим. И еще вот этот. Вот, отлично. Так, стрелок, давай бомби вот этого чувачка. А мы похилимся маленько. И вот так вот делаем. Так, защита, кстати, подхил нужен моему боксеру в обязательном порядке. Так, погоди, 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 куда это он разогнался? Вот это разогнался, олух. Леон, ты бомбишь или нет, я не пойму. Так, еще хилка тут появилась, да? Смотри. Че ты делаешь? Вот докопался до нее, блядь. Ты бомбишь или нет? Я не пойму. Готово. Отлично. Все-таки справились. Так, давай-ка мы вот этой возьмем броник. От греха подальше. И будем дальше хилиться. Так, выстреливаем в башню. Отойди ты оттуда. Ай, чудо в перьях. Ну давай вот этого теперь неси. Фиг на него смотреть. Конечно. О-о-о-о-о-о-о, подожди, 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 очень мало хп осталось. Все-таки он строчит по ней, а, гаденыш. Ну давайте вы шлепните вы его в конце-то концов. Все, подбили. Да, ничего, к сожалению, не выпало. Так, давайте мы не будем ее пока трогать. Пускай она там хилит, я не знаю кого. А мы тоже все подхилимся. Потому что у нас очень мало ХП. Как вы видите.
этого тоже мы немножечко подхилим нашего Леончика. Так, отлично. Немного отхилились. Ну что, кто тут у нас? Следующая бригада ух вышла. Так, надо хилку мне оттуда уводить, это однозначно. И вот этих оухов бомбить обязательно. Так, давай приступаем. Во-во-во-во-во-во, вот о чем я и говорил, что они будут за ней охотиться. Давай ты перехватывай. Так, а ты хилься. И сматывайся, естественно, сматывайся. Ну да стрели ты его, а? Готов. Фух. Давайте дальше здесь сделаем. Так, боксера надо подхилить обязательно. И вот этого теперь осталось добить. Фух, вроде бы пока справляемся. Ух ты, тут с трубой вышел. Надо его сносить. И с этой стороны с трубой. Так, отойдем отсюда в стороночку. Ну-ка, давай-ка вот так вот сделаем. А боксером вот так. Отлично. Ну, теперь расстреливаем их просто-напросто. Давай-давай-давай-давай-давай, не тупи, не тупи. Ага, отлично. Еще один остался. Тут у нас еще как раз цепи упали. Но мы их потом используем. Хотя... мы используем их, наверное, и сейчас, ребят. Потому что надо как можно быстрее убирать вот этих вот пауков. Так, бежим туда. Смотри, что творят, а? Ну ты будешь идти туда, боксер, блин, ну не тупи. Стоит как олух, блин. Не могут одного козлодоя умочарить, а? Так, делаем подхил. Ух, ну вроде бы пока справляемся. Фу-чу-чу, чтобы не сглазить. Так, у нас тут остались отсылки. Нет, боксер на самом деле очень-очень-очень слабый. Если будет возможность его поменять, я так и сделаю. Ну, никуда не годится это просто-напросто. Так, еще один вышел. Чипушило, давайте его убирать. И все, готов. Так, давай теперь следующего. Давайте я вот так вот сделаю. Нормуль, прокатило. О, это были последние, ребята. Неужели прошли? Это что-то с чем-то. Замечательно. Ранг, конечно, у нас слабенький, но 25 бакинских мы все-таки получили. И 10 кристаллов. Что-то игруля у меня тут в последнее время часто стала вылетать, не знаю, от чего это все зависит. Ну что ж, давайте приступать к следующей миссии. Глянем, что у нас тут. Очень интересно, но я думаю, легче здесь не станет. И мы на какой-то платформе с вами оказались. Опа-на! Это еще кто такая? Ниндзя! Так, ну что ж, надо ее бить. Обязательно. Давай-ка стрельбанем. Отлично. Так. Нормуль. Я надеюсь, она сейчас тут никуда не будет сматываться от нас, а? Что такое? Куда-то... Ах, ты чё творит? Давай-давай-давай-давай, перехватывай её. Леон тоже не стой. Как это их двое стало? С какого перепуга-то? Ёлки-палки, сейчас заколупайся от моего стрелка. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Отбегай, роднуля. Давай-ка вот так мы сейчас бомбанем. Черт тебя подери. Ну и как я тут должен, блин, интересно, справляться с этими босярками? Да получите вы обе. Так, давай стрелять. Отлично.
мусор. Да ладно, еще что ли двух вызвал? Да ну тут не, это не реал, ребята, это просто жесть какая-то. Все, заколбасили теперь. Моего черт-лидера, блин, будут говноздрячить. Ладно. Погибаем, блин. Офигеть можно, блин. Так, ну-ка давайте-ка с вами сходим в магазин. Это не дело, ребят. Welcome, да, welcome. Вот тебе, блин, и welcome. Сколько у меня денег? 96 бакинских. Это очень мало. А почему у меня нет в руке вот этой фигни? Вы чё, припухли что ли? Ну-ка. Какого лешего она опять без нее там ходит? Ну-ка давайте-ка в статус. Зашибись. Вообще замечательно. Ну что у нас по талантам? 200, ну, 200 у меня не хватает. Да. К сожалению. Боксера. Зря я, конечно, прокачивал боксера. Надо было стрелка все-таки качать. И не думать об этом. Так, ну тут, по-моему, новенького у нас ничего абсолютно нового не появилось. Я даже не знаю, как нам этого босса-то валить. Что у нас тут? Эквип. Ага, 2,50%. Что там мы тут получили? ХП. Ладно. Ну попробуем, что делать-то еще. Я не знаю, как мы будем тут с этим боссом справляться. Уж больно-больно жесткий, если честно. Ума не приложу, но пытаться надо. Так, вот она. Опс, стеганула и побежала. Давайте сделаем защиту. И начнем со всех орудий. Тогда ее бомбить. Больше я ничего другого не вижу. Град. Смотри, что она делает, а? Телепортируется и начинает тут у нас во все стороны бомблякать. Хоть бы... Во-во-во-во-во-во. Вот надо вот это вот уничтожать. Тень, так скажем. Иначе она тут их наплодит, я думаю, целую кучу. Это будет очень плохо. Так, давай. Тень эту уничтожаем. Шикарно. Теперь мы поднимаем цепь. И делаем вот так вот. Ну, уже что-то. Черт подери, сейчас мне лекаря моего забомбят. Уже это довольно опасно. Так, давай сделаем вот так. Потом так. Так. Давай, двойника. В первую очередь будет у нас разбираться двойник. Ну-ка, вот так вот. Давай под ним. Фух, успел я взять кастета, но не знаю, успеет ли он у меня выжить. Давай. Жги, как никогда не жёг. Тихо, да куда ты сматывайся? Так, перехватываем. Придется массовый хил делать, ребят, иначе... Все, опять двойника, да, вызывает? Опять двойник. Ай, ребятушки, тяжело, очень сильно тяжело. Я уже не знаю, ты лезешь-то к ней опять, а? Прицепилась. Стерлоза. Давай хиль. И урон повысим. Так, подхильчик. Ну хоть какой-нибудь бы скилл бы дали, ёлки-палки. Нет ничего, а? Так, давай вот так пропишем. Так, двойник, да? Двойничок. Давайте уничтожать двойника в первую очередь. Ух ты, тут два двойника. И
Я даже не знаю, что сделать. Один минус. Давайте вот этого второго двойника. И апхил. Пока больше я не знаю, что тут еще можно сделать. О, дробовик лежит. Леончик, бери дробовик. Так, попробуем, что у нас из этого получится. И еще один дробаш упал. Сейчас мы возьмем его. Хорош тут психовать мне. На-ка, выкуси. Есть, ребята. Ух, победили мы этого босса. На ранг С вышли. 60 бакинских и 2 кристалла. Отлично. Опачки. Получили мы неплохо. И маленький кейс. И у нас, ребята, новый гангстер. Таши. Я очень этому рад. Очень рад, ребята. Так, ну что у нас тут? Давайте глянем. Так, здесь ничего, а вот тут вот 200 бакинских. Вот и другой разговор, вот я понимаю. Ревард. Так, что у нас дальше? Ну, давайте-ка глянем статус. Я что, могу 4, что ли, ходить сразу? Ну, так это вообще замечательно, ребят. Раз у меня здесь 4 теперь будет. Ух, да я тут непобедим. Так, 356. Давайте изучать новые скиллы. Надо мне вот выучить именно вот этой девочке. Так, что тут такое? 200 бакинских. Да, я хочу за 200 бакинских выучить этот скилл. Окей. Подожди, так. Оп. И теперь нам вот сюда. Давайте вот жизни. Вот так. Все. Больше, на больше пока ничего не хватает у нас. Слушайте, интересно, а что за скиллы у нашего вот этого вот ниндзи? Ну-ка, давайте-ка глянем. Таланты. Что она тут делает? Фига себе, 550% дамага. Нехило. Очень даже нехило, ребят. Так, давайте вот здесь мы выучим. Так, нет. Ну что же, в принципе, давайте с вами дальше идти и посмотрим, кто у нас тут будет. Так, бой. Brutal Street 2. Так, и что у нас тут? Ух ты, наша компашка растет, ребята. А ну-ка, дайте-ка я проверю ниндзю в деле. Как она тут себя покажет. Ну, я вам скажу, показывает она себя очень, по-моему, хорошо. А что у нее за скиллы? Ну-ка, дай-ка гляну. Хопа! Отлично, исчезает и появляется, и просто уничтожает своих врагов. Мне нравится диплом. Ну-ка, давайте пропишем. Отлично, коробки уничтожаются здесь, оказывается. Так, а что вот это за скилл? Гоу-гоу-гоу! Ага, повышает всем защиту. Нифига они тут расколбас устроили. Иди подними бутербродик, красотка ты моя. Так, подожди-ка, значит вот эти коробки тоже можно уничтожать. Опа, дробовичок как раз для моего, так скажем, Леончика. Давайте-ка оттуда со стороны нафиг сейчас кто-нибудь придет насчет тебя тут колбаски. Иди сюда, трубопроводчик. Мы уже не такие сосунки, как были раньше. У нас есть ниндзя. Слушайте, довольно прикольная она. Ну, я-то больше чем уверен, что враги тоже будут нехилые вскоре. Так что как бы расслабляться не стоит. Так. Ниндзя, давай-ка вот это вот подстегнем. Сюда. Ширк! Неплохо. Плохо и плохо. Так. И, блин, на общий подхил мне не хватает. Но я вижу, здесь пачка денег лежит. Надо ее обязательно забрать. Так, Леончик, отойди оттуда. Его надо подхилить, по идее. Так, давай.
Бамби, тоже, да не ты, вот ты Бамби, и боксер у нас тоже будет бомбить. Так, двое с ножами идут. Воу-воу-воу. И понеслась у них тут Месилова. Да куда ты сейчас погибнешь же, ёлки-палки? Я не могу понять, кто там его бомбит, что он такой урон получает. Очень здоровый урон. Ладно. Так, сделаем еще на атаку. Повышение. Давай, 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 добивай ты этого сумка. Так, отлично, что там за новая цель? Ух ты, это еще кто такие? Это, ребята, тяжелые баттеры какие-то. Фандамуры, блин. Это плохо. Ну, этих мы-то сейчас несем, это однозначно. Совсем, совсем мне это не нравится, если честно, ребят. Что тут будут у нас... Так что тут за удар? Опа-на, прям... Ой-ой-ой-ой, смотрите, 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 что происходит, ребят. Вот они, ребят. Боксер, давай перехватывай. Отлично. На, выкуси. Так, и давайте его расстрелить. Блин, да вы посмотрите, он такой мощнявый. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Очень мощный чувак. Так, надо хилить. Обязательно хилить. Воу, воу-воу-воу. Опять подхил. И на атаку. Так, а что ты-то тут у меня сзади пристроился? А порзел тут, что ли? Я вообще не понимаю. Ой. Давай хилить. Ё-моё, боксер, давай его, сжай! Ну, там осталось немножечко у него. А-а-а! Сейчас сам, наверное, погибнет. Отойдем оттуда нафиг. Вот так вот, готов. Блин, нифига этот чувак достаточно крепкий. Очень, я бы даже сказал, крепкий. Да, с ним шутки плохи. Это он только один был. Я представляю, если их тут будет целая куча. Мало не покажется. Никому причем. Так, давай сделаем еще атаку. И го-го-го. Все, отлично. Пока вроде бы держимся. Стреляем. Готов, огурец. Так, хилершу тоже грохаем. Ух, все, ребята, прошли мы этот уровень. Довольно отлично, довольно все хорошо. Тяжело-то как. $35 нам всего дали, и мне дали новую курточку. И еще один сундук. Плюс я миссию какую-то выполнил, и, соответственно, я, наверное, могу получить реворд, да? Ну-ка, глянем-ка. Да. Ух ты, что-то новенькое. 100 бакинских нам еще дали здесь. Угу. Ну что же, неплохо. Так, а здесь-то у нас что моргает? Добро пожаловать. Добро пожаловать-то понятно. Но денег у меня абсолютно... Ух ты, кольцо. Какое хорошее колечко, ребята, на ХП. Я как посмотрю, да, HP плюс 10, плюс скорость. Скорость движения плюс 10. Просто обалдеть. Ну что мне там сундук-то будет какой-нибудь открываться? Давайте-ка вот этот мы, наверное, с вами откроем за 11. Что нам выпадет здесь? Меч, костюм, еще один меч. Ух ты, шикандос просто. Так, открываем. Сколько он? 15. Хрен с ним. Давайте открываем за кристаллы. Что здесь там? Так, тоже замечательно. Ну, этот уже мы... 20 минут? За 5 откроем. Маленький фиг с ним. Что? Только лишь перчатки. И здесь 1 час за 15. Ну, давайте откроем. Фиг с ним. Что нам тут дает? Опа, опа, опа. Нормуль. В принципе, я доволен. Что такое? Миссия. Ага, открытие 1 из сундучков. Мы еще с вами выполнили задание. Так, вот здесь вот оно.
Ну что же, 5 алмазиков заработали. И что ты тут мне хочешь показать? Ничего мне здесь пока не надо. Мне нужен статус, ребята, мне нужен статус. И кольцо мы ставим вот сюда. Так, ХП подросло. Так, а теперь нужно смотреть, что у нас здесь лучше. Ну-ка, вот это лучше. Так, или вот это, я не могу. 53, а этот 59. А вот это кому? Ага, сюда что ли одевать надо? Ну-ка. 238, 257. Конечно, это лучше получается. Хорошо. Что у нас у этой можно воткнуть? Два мяча. 71, 65. Интересно, а вот одиночки не лучше будет? Ух ты! 114. Еще раз проверим. Блин, вот этот меч колоссальный просто. Так, жалко, конечно, на нее нет у нас вообще никакой одежды. Так, на Леончика у нас тоже нету? Нет, почему же? Все у нас есть. Так. Ну-ка. Оп. ДП-30, да? Да, ДП-30 дает. А что, если я вот это ставлю? Ха-ха-ха. Какой-то идет бонус, ребят. Я не могу понять, что за... Нет. Давайте мы вот так вот сделаем. И, по-моему, перчатки. А ну-ка. 332, а тут у нас 326. Конечно, эти будут лучше. Вот так мы сделаем. Ну, а теперь надо как-то все это заточить. Ну-ка, давайте вот так вот сделаем. Эти перчатки у меня второго уровня, а эти какого? Непонятно. Так, HP 11. Ага, тут. Ладно, короче, мы вот эти перчатки сюда бампухиваем. И у нас получится HP 19, AP 25. Ну ладно, давайте мы сделаем заточенное, наверное. Хотя, честно говоря, мне лучше, наверное, вот эту вот ниндзю. Мне почему-то кажется, что от нее будет намного больше толку. Так, ну-ка, давайте-ка. За... Чего? А, надо выбрать меч. Так. И вот если мы, например, сделаем вот так вот, и... У меня же вроде два было меча, да? Непонятно. Ну, давай вот так вот делаем. О, 73 атаки. А если вот так вот? Нифига ничего не прибавляется. А так, 73. А вот так вот, хрен там чё. Ну, давай вот так вот, вот этот. И вот этот. И ничего ровным счетом не происходит почему-то. Ну что ж, давай заточим. Так, замечательно. Так, а что если мы вот так вот сделаем? А, подожди-ка, тут можно эволюционировать. Обязательно сделаем. Что? Какой-то... А, ну давай поставим вот так вот. Драхмати... Ай, не хватает этого нам. Специального материала, за счет которого она эволюцию-то делает. Ну что же. Ладно, ребята, тогда мы с вами увидимся в следующем выпуске и продолжим играть в эту замечательную игру. И проходить дальше. А тут мы как раз с вами что-то выполнили. Оп! Сундучок и 5 алмазиков еще заработали. Ну что же, всем пока и до скорых встреч. Удачи вам!